Кай, делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка с завязанными глазами», да. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики. Только благодаря вам выходит данная серия. Да, ребята, давайте наберем по 15 тысяч лайков и на моем видосе, и на Жекином только. Давайте обязательно наберем и сразу же выйдет следующая серия, если вам, конечно, нравится эта рубрика, да. И я считаю, что можно уже начинать. В принципе, даже сразу, вот так сразу, прям погнали, понимаешь? Погнали, вот сразу уже, вот сразу, погнали. Да. Вот сейчас. Так, Эдисон, ты будешь первый, да? Как всегда. Я к тебе, да, первый иду. Да-да-да. Ну, ты, давай, хорошо. Ты завязывай глаза. А, если, ребят, кто не помнит правила этой рубрики, посмотрите предыдущие серии. Эдисон, ты согласен хорошо. С этим? Я, в принципе, согласен, да. А, ссылочка в описании будет. Я, короче, закрываю глаза, я ни черта не вижу. Ну, вообще ничего не видишь? Ща, ой, все, вот сейчас, вот прям ни хренашеньки, вот так вообще ничего не вижу. Я, Эдисон, тебя сейчас телепортирую. Ну ты, уже ты давай, давай, да, я ничего не вижу. Не видишь, вижу. Да, ничего? Да, ничего, так, третий раз. Все, хорошо, давай. Надо убедиться просто, понимаешь? А, все, я могу отгадывать, да? Мне могу отгадывать. Да, я да. Я дышать не могу, вот так сейчас могу. Это хорошо, нормально. В первую очередь, это человек? Нет. Это инопланетянин? Нет. Робот. А, я не знаю, ответ такой, я не знаю. А, то есть как лунтик уже, то есть какое-то это существо из какой-то вселенной, там мультики, фильмки, ну, еще что-то. Да. Из мультика? Да. Из мультика, да? Хорошо. Да. А, мультик популярный? Возможно, частичен. Частичен, это как? Ну, если я не знаю этот мультик, как я смогу отгадать этого чувака? Знаешь. Это наш советский мультик? Наш, я как бы советский. А, или зарубежный? Советский в плане русский, ты имеешь в виду? Да, русский. Ну да, русский. Русский? Да. Электроник какой-то? Ну, стоп, Лунтик тоже русский мультик. Ёханый бабай. Он живой, ну то есть он выдуманный, да, но у него есть руки, тело там, сиськи, попа и все остальное, да? Да, давай по одному, как это как с ушами было, типа, понимаешь? Давай, по одному вопросу. Живое существо? Да, живое. То есть он дышит, кушает, какает и все остальное, да? Ну, допустим... Ну, подожди, у него может пятка зачесаться? Я не знаю, Эдисон, наверное, может. Нет, ты мне конкретно отвечай! Вот я не помню, чтобы он чесал пятки, но честно. Нет, ты глобально мысли, если он живое существо, если у него есть пятка, кожа, тело, мясо, смотри, значит он может зачесаться. Смотри, там был в Лунтике такой червяк. Как ты думаешь, вот он, например, ну, у него тоже были типа ноги. У него две руки? Пятки. Ну подожди, если он живое существо, значит он может, в принципе, зачесать свои пятки. Да, хорошо, да, может. Да, может, хорошо. Какого цвета у него кожа? Обычного? Отвечай! Необычного. Ты не смейся, я тебе задаю конкретные вопросы. Синего? Да. Да? Да. Я водяной или как? Не он. Синего цвета? Да. Но на самом деле, он может быть и не только синего цвета, но конкретно то, что я построил, да. Короче, это мультик старый или новый? Новый. Он может быть любого цвета, да? Там вроде бы их, ну, несколько цветов, там 5 или 4. Ага! 5... Фиксики? Да. Ты спалился! Ты сам спалился! Зачем я это сказал? Ну ладно, окей. Это я вижу, что подписал фиксик. Где? Потому что не похоже получилось, но реально я. Сам спалился! Ай-яй-яй, Евгений! Короче. Давай, да, все. Я предлагаю сразу пойти ко мне, я тебя сейчас ТП, ну не переживай. Так, Эдисон, телепортани меня, я ничего не вижу. А, то есть все, мы уже можем начинать, да? Я даже дышать не могу, с этим шарфом не нормально. Я ТП-хнул, ты можешь начинать, приступай. Хорошо, это живое? Да, вполне живое, да. Да, хорошо, это человекоподобное существо? Да, ты... Да, человекоподобное. А, хорошо. А, такой вопросик. Это вымышленное существо, правильно? То есть оно не существует в реальной жизни? А кто его знает? Возможно, существует, но в принципе я загадал того, кто не существует. Да, он не существует. Так, тут, мне кажется, какие-то намеки были. Раз это может быть и в реальной жизни. Нет. Хорошо, ладно. Допустим. Хорошо, давай отгадывай дальше. Это существо больше человека? Нет. Это существо намного меньше человека. Нет.
Ну, меньше человек. Нет, не меньше. Такой же, как человек. Такой же, как человек, да. Так, стоп, это уже страшно. Ну хорошо. Это существо из фильма? Нет. Из игры? Нет. Из мультика? Да. Все верно! Вы на правильном пути, Евгений! Ну, в принципе, тут дальше следуют логичные вопросы. Это мультик как бы русский? А русский? Нет, это не русский мультик, не русский. Это мультик зарубежный. Да, зарубежный. Вроде как я знаю, вроде зарубежный, да. Хорошо, этот мультик вышел больше, чем, ну не знаю, 20 лет назад? Мне кажется, нет. Ну, то есть это новый мультик? Да, мне кажется, да. Хорошо, хорошо. Да. Это существо, оно как бы железное, ну, оно сделано из плоти или из какого-то материала? Из плотического материала, из кожи и мяса. Вот. Ага, значит, из плоти. Да. Хорошо. Это даже на самом деле становится интересно. Интересненько, да? Согласен, ага, согласен. Этот твой персонаж, он положительный или отрицательный? Я на самом деле даже не знаю, с какого ракурса на него посмотреть. Ну, то есть, он не герой и он не антигерой. Ну, то есть, он просто есть и есть. Просто лох, да, ну понятно. Ну, он не злодей, я могу сказать то, что он злодей, возможно, для каких-то там людей, но, в принципе, он не злодей. Вот. Хорошо, а, то есть, для людей он какой-то злодей. Я сказал, я некоторых, может быть, так же, как, допустим, тебя хейтеры какие-то ненавидят, но это не означает, что... Не, ну хейтеры вообще пошли в жопу, я так считаю. Ну вот, да, с этим... Так, смотри. Подожди, смотри. У него два глаза? Да. Да ты что там вообще загадал? Хорошо, у него, ну, то есть нос есть, да? Да, да, да. То есть это как человек? Да. А он цвета человека? Да. То есть это человек? Да. Да блин, это даже не существо какое-то. Ну вымышленно, ты спросил, вымышленно? Я сказал, ну, да. Ну да, я понял. Так, хорошо, хорошо. У этого персонажа длинные волосы? Фух, хрен его знает. Ну... Хорошо, это персонаж мужик? Да, мужик. И у него для мужика длинные волосы? Да. Ага. Не, ну не прям длинные, прям по плечу. Ну я понял, ну то есть не как, да. Как просто короткие. Да, да, дружко, да, да, не как дружко, это я. Давайте дальше. А у этого персонажа... Подожди. У этого персонажа есть, но носит головной убор? Нет. Если без головного убора. Да, вот это что такое? Как обычный это... человек без головного убора. Ну, типа... Значит, все мои догадки пришли... А кто у тебя был? Я думал, Диппер это. Не. У этого персонажа есть что-то необычное на одежде? То есть то, что не носят обычные люди? Нет. Типа как у Карлоса на пропеллер? Нету. Нет. Вообще нету, то есть да. Он обычный чувак? Да, обычный чувак. Этот чувак как бы молод... Ну, мужик или он мальчик? Ты за два вопроса, чтобы я отвечал, да или нет? Подожди, он мужик? Да. Ну, то есть он взрослый? Да. У этого персонажа есть дети? Дети? Да, есть. Гоп, ты что такое? Подожди, а он старый? Да. Ага, он старый. Это же какой-то дед. Да. Это Стэн, нет? Кто? Стэн Пайнс, нет? Нет. А что, какие еще деды у нас были? Деды. Вспоминай! Думай! Финки-бат, Джека, финки-бат! Хорошо, то очки он тоже никакие не носит? Нет. Это из Gravity Falls? Нет. Ага, так хорошо, тогда я сразу всех отметаю там стариков. Хорошо. Ну. Я не знаю, там действия этого мультика происходят на Земле? Частично. Ага. Это из Рика и Морти? Да. Да! А как его зовут? Доктор, как его... Ну, док, я не знаю. Нет, я не помню. Вспоминаю. Это очень сложно. Подожди, это персонаж из Рика и Морти, да? Хорошо, вспоминай. Как его зовут? А, Рик, наверное. Да ладно! Как? Мультик называется в честь деда. Там, по-моему, просто не называется его имя. Ну, его Рик зовут. И все. Да, ну это кстати, круто. Похож? Ну... Похож. Ну такое. Ну похож. Такое. Ну точно, ну, я явно лучше, чем твой... Кто-то Фиксик. Ну они на самом деле похожи с Фиксиком. Они так два похожих чувака. Я не похож. Хорошо, я готов, короче. Я готов идти дальше. Эдисон, мой второй персонаж очень... Не персонаж, а постройка очень простая. Вот. Хорошо. Ты уже готов? Да, я закрыл глаза, ты можешь меня переносить.
Давай, сейчас, я сейчас тебя перенесу. Не-не-не, не все. Подожди. Ну, давай. Просто встану поудобнее. Так, вот, я тебя телепортировал. Постройка очень простая. Давай, угадывай. Так, начнем с того. Это человек? Нет. Это опять какое-то выдуманное существо, да? Да, я решил тебя как бы не загружать, чтобы... А, то есть опять из мультика, да? Да. Ага, ясно, хорошо. Все понятно, из мультика. Мы проходимся по мультикам. Опять повторяю, это русский мультик или зарубежный? Один вопрос нужно задавать. Ну да, это русский. Ой, не русский мультик. Делись, мать твою, зарубежный. А он популярный? Ну то есть его все обсуждали? Очень популярный. Очень хорошо. Он давно вышел? Ну, нет. Нет, недавно. Да, недавно. Этот персонаж, он как-то отличается от обычного человека? Да. Да. А чем он отличается? Одеждой? Да всем он отличается, это не человек. Это не человек. Он умеет разговаривать? Да. Так, хорошо. Если это не человек, он умеет разговаривать... Он нормально разговаривает или нет, я не знаю. Ну это как, это что-то странный какой-то вопрос. Ну типа, там, привет, меня зовут так, или типа... Ну, он скорее больше ко второму склоняется. Ага. То есть он дурачок, можно так сказать, или нет? Не, он на самом деле очень умный. Так, это, еще раз, это человек? Нет. Это пришелец какой-то? Я на самом деле в историю не углублялся. То есть он, его нельзя встретить на планете, да? Такое не ходит у нас на планете. Нет, такое ты вряд ли встретишь на планете. Хотя в костюмах, возможно. А, в костюмах, то есть на него косплеят? Возможно, я видел такое, да. Ну, на мероприятиях не видел, но вообще видел, да. Хорошо, давай опять вернемся к первой же теме. Какой у него цвет кожи? Обычный? Нет. Синий? Нет. Зеленый? Нет. Красный? Нет. Желтый. Да. Ага. Блин, это цвет кожи, это самый такой провокационный вопрос. У него два глаза. Тут как бы понимаешь, возможно, частично. А, то есть бывают такие существа, у которых два глаза, у которых один глаз, да? Да. Он случайно не в комбинезоне ходит? Иди в жопу, иди. Так, кто это может быть? Какой-то сантехник-мутант, да? Сантехник-мутант в комбинезоне такой. Кстати, да, вот что-то похоже на сантехник. Он типа сантехник в комбинезоне такой приходит, такой, шнели, раздвигайте ворота, да? Типа, баняня, да? Такой, типа, баняня. Ну да, давай, кто это? Он снимался в фильмах для взрослых, нет? Ну, Миньон, это гадкий я, да? Да. О, ну хорошо. В общем, Евгений, я предлагаю пройти на мою постройку, только у меня что-то сложное будет на самом деле. Но я тебе буду помогать. Подожди, я вот прямо сейчас завязываю глаза. Ну давай. Я надеюсь, ты мне будешь помогать, потому что уже по твоему рассказу. Да, я тебе буду помогать. Все, я могу тебя тпшить. Да. Хорошо, да. Я тпхаю тебя. Может, ты сам догадаешься, но я тебе буду очень даже помогать. Давай. Хорошо. Это живое существо? Нет. Это какое-то здание? Нет. Это какая-то вещь, которой пользуются люди? Да. Все верно! Пользуются люди. Так, если дать опять что-то типа ключа, я его честно... Ну я тебе буду помогать, я тебе буду помогать! Я тебе открою в задницу! Не надо, я дверь сейчас закрою, ничего ты никуда не вставишь. Я тебе буду помогать. Хорошо, тут на самом деле очень-очень сложно. Хорошо, я этот... У нас эта вещь есть? Нет, нету. У нас ее нету. Но я ее трогал? Мне кажется, нет. Ну откуда я могу знать? Но мне кажется, нет. Ну, тебе кажется, что не так, значит, как ты, так как ты живешь в квартире, я тебе сразу буду давать подсказки. Так как ты живешь в квартире, вряд ли она тебе когда-нибудь в жизни понадобится. То есть она нужна тем, кто живет в частных домах. Это что-то электрическое? А, да, электрическое. Все верно. Все верно. Хорошо. Значит, это нужно заряжать. Да. Ну, типа в розетку или заряжать там на батареи, да, я не знаю. Да, я понял. Угу. Хорошо. С помощью этой штуки можно разговаривать? Нет, нельзя. Она используется для того, чтобы не было холодно? Нет. Или для того, чтобы было холодно? Нет.
Хорошо, что еще используют бездомные... А, в частных домах. Бездомный, сам ты бездомный. В смысле, в частных домах. Что не используют того, что не используем мы. О, хорошо, я тебе буду давать подсказки, чтобы ты не тупил долго. Эта вещь служит для того, чтобы, когда ты ее используешь, ты делаешь свой дом красивее, можно вот так сказать. Ага. То есть это какая-то краска, может быть, нет? Нет, нет, нет. Хорошо. Делаешь свой дом красивее. Это что-то жидкое? Нет. Не дом, да, дай, дай я тебе объясню. Частные дома это типа, а не сам дом, там еще ворота, еще там какое-то поле, да, качели, типа картофан копать. Ну то есть участок, можно так сказать. Не зацикливайся именно на доме, на участке, там где есть дом, понимаешь? Вот, и эта вещь служит тому, чтобы ты делал этот весь свой участок красивее, чтобы тебе было приятнее там находиться. Но это все всего лишь на время, потому что через некоторое время тебе опять надо будет пользоваться этой вещью, понимаешь? Это освежитель воздуха какой-то или что? Я не понимаю! Она электрическая! Какой освежитель воздуха? Ты уже спрашивал. Это электрический освежитель воздуха. Нет, это не электрический. Дай, вот давай по вопросам, чтобы мне было понятнее. Эта вещь, она как бы используется с какой-то другой вещью? Нет. Есть... Она сама по себе. Ой, ну ты спрашивай, как она выглядит, допустим. Спрашивай, хорошо. Есть ли у нее там... Давай вот так, а у нее есть какой-то определенный цвет, или это насрать? Нет, насрать. Переносной туалет. Да ты дебил, конечно. Дебил. Хорошо стал. Ну, хорошо, хорошо. Давай дальше, дальше, давай. А подожди, а эта вещь может существовать, ну, без человека? Ну, то есть она не может сама там... Нет, 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 не может, не может, не может. А человек должен постоянно ей управлять, или это просто включила? Да, да. Постоянно управлять, когда ты ей пользуешься. Это газонокосилка какая-то? Да! Да? Газонокосилка! Ты прям молодец! Ты подсмотрел, мне кажется, ты подсмотрел! Ни хрена я не подсмотрел, вообще ничего не смотрел. Да как бы на видео все запечатлено, я... Ну ты вырежешь, поэтому ничего никому не докажешь. Ну ты молодец. Ты молодец, ты молодец, молодец. Ну, в принципе, у нас сегодня счет 2-2. 2-2, понимаешь? 2-2. 2-2. Я предлагаю на этой прекрасной ноте закончить наш видосик. Поэтому мне такое, знаешь, мне такое ощущение, как будто только что поспал. Заходи, заходи к нам в лоб. Давай. А, добро утро, я не знаю. Короче, ребят, мы на этом реально будем уже заканчивать, поэтому ставьте огромные пальцы вверх и на мой видос, и на Жеки видос. Давайте наберем 15 тысяч лайков, это же изи, изи, и сразу же выйдет. Изи, real talk. И сразу же выйдет следующая серия, Финки Бар. Да, ребята, также мы делаем офигительные фоточки в наш инстаграм, поэтому заходите по ссылке в описании нашей инстаграмы и подписывайтесь. Это очень важно. Конечно, конечно, ребята, мы вам говорим огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока!